сейчас надо 100% уезжать. Если просто зарабатывать деньги и где-то играть, ну, тогда можно оставаться. Да? То есть это касается вообще всех российских спортсменов, которые, если на данный момент могут выступать хоть где-то, должны выступать. И неважно, за какую страну, и неважно, под каким флагом, и неважно как. Всем привет, это Ворона Ньюс, говорим о спорте с любовью. Василий Березуцкий дал интервью Нобелю Арустамяну. Он рассказал, что сейчас предпочитает московской шумной жизни спокойствие в испанской Марбелье, пока не планирует возвращаться к тренерской работе, а занимается бизнесом. Также бывший защитник ЦСКА раскритиковал систему российского футбола, сказал, что нужно отказаться от государственных денег, а спортсменам, желающим добиться прогресса, нужно уезжать за границу. Противовес ему недавно давал комментарий Андрей Аршавин и сказал, что не понимает переходы в клубы уровня Торино и Гавра. Там ведь нет ни денег, ни славы. По мнению Березуцкого, Россия еще уступает и по инфраструктуре, количеству футболистов и грамотных тренеров. Такие слова легенды ЦСКА похожи на крик отчаяния, но конструктивных предложений немного.